Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот Сот Влевла, и сегодня я начинаю проходить игру под названием Assassin's Creed. Поехали. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма, он отторгает процедуру, начиная как. Дезмонд, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособился. Первый раз всегда сложно. Нет, что это вообще? Достаточно, мисс Стилман. Да пошел ты. Надо его вытащить. Немедленно. А, хорошо, Дезмонд. Мы постараемся вас вытащить. Ну как его, блядь, ударить-то? Я дам надо. Я раз. Мной. У вас есть нужные нам сведения, мистер Макс. Сведения? Я бармен, черт возьми! Что вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы и что. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. А скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратно. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает они. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что же, мистер Майлз, жизнь или смерть? Ложитесь. Допустим. Мудрое решение. Памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую. Игра, спящие, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о теме, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это артефакт. В них содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и память. Память наших предков. А Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но не сложится. Это участок памяти нужен нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум...
нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Так же реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участку. Снова мы начнем. Загружаю программу обучения. Все, поехали. Конец. Где? Внимание, поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления Анилуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, Анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к Анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Ну, я нажимаю, да? Вот я сейчас как нажал. Хорошо. Допустим. Кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Ой, бля. Ой, бля. Я так и не понял, кстати, что это. А? Ну, допустим. Проходим по чуть-чуть. Давай, давай, давай. Валите все. Прекрасно. Найс. Анимус различает два основных режима – высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы, а в высокой – более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Это как кнопка 1? Это что, типа это или что? Я что, не пойму. Отлично. Типа зажать надо было правую кнопку мыши. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки высокой стойки. Ну, допустим. Хорошо. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не. Прекрасно. Ты кого обогнать хотел, урод? Анимус выдает вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе.
Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Я не понимаю, что нажимать. У меня герой тупо не идет. Выберите спрятанный клинок. В смысле? А, вот так, да. И два такой иду. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Сфокусируйся на нем. Ты такой, на! Опа, это не я. Это плохо ему стало. Ты что там же въебать, что ли? Где тот, кто заварил эту кашу? Не я. Так, надо смотреть, да? Цель опять. Воин заметил друг, и его уровень изменился на встревоженный. А цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Допустим. Убийца! Обратите внимание, что значок статуса поменялся на обнаружен. А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду. Беги ты, придурок. Я тебя догоню! Догнал, проверь. Видите, в сад на крыше. Хорошо. Значок статуса показывает, что вы спрятались, но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова. Окей. Фу, куда же я мог деться? И так есть что-то нет. Куда же я мог пропасть? Хм. Прекрасно. Воин потерял ваш след. Наверное, улетел. Вы теперь анонимны. Можете выйти из укрытия. Отлично. Ой, долго обучили. Когда вы анонимны, синхронизация растет, а выполнять задания становится легче. Вы можете прятаться в самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида, а потом уже прятаться. Среди ученых. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Я такой, типа, ничего не делаю тут. Потом такой вытаскиваю нож и... Смерть, убийца! Это не я, пацаны, вы чё? В чём герой не бежит? Мам, бочку. Ещё раз пройду, ничего страшного. Да. Да. Это очень трудное задание. Хорошо. Синхронизированы, и вам доступна новая возможность орлиное зрение. Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Прекрасно. Белая информация. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Кредо состоит из трех принципов. Первый. Не убивать невинных. Второй. Всегда маскироваться. Третий. Не ставить под угрозу клан.
Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать следуя кредо. Вы успешно завершили обучение. Ура! Загружается первый стабильный участок памяти. Наконец-то! Ой. Постой, должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно как, но это не будет мой важный результат. Я разведаю почту. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Ну, пойдем. Кнопка 1 и Space. Окей, понял. Надо. Блять, как его убить? Я не забыл. Я реально забыл. Так, кнопка 0. Я все равно так и не понял, как я его убил. Ну-ка, достань-ка нож, я что хочу посмотреть. Здесь должна быть эта ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом, его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо, кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиаве. Роберт де Сабле, его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие это их. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Вот именно пошел. Пойду его ёбну. Стоп. А как мне его убить? Меня же все запалят, по идее, да? Пацаны, я просто мимо прохожу. Вы это ещё. Стойте, дублеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Ща я тебе нож воткну в глотку. Ну. Кровь. Нет, не надо! Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Как, блядь, там все развалилось? Что это за... Солдаты, к оружию! Убить ассасинов!
Блять, а мои типы там берутся, да? Ладно, похуй. Че, мне надо залезть туда? Окей, сейчас посмотрим. Так, где? Пробуем сюда, попробуем. Это можешь залезть наверх? Так, идем вот так. У меня можешь сюда прыгнуть? А, вот. Бери раскачку, прыгай. Все, отлично. Тут кто-то есть, я думаю. Сейчас мы его завалим. Или никого. Оп. 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 Никого? Никого. Переход к более позднему участку памяти. Задание прошло успешно. Повелитель башни? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Так, где там? Вон там, я так понимаю, да? Побежали, блин. Что это сейчас было? Окей. Я только проверить. Эти как к нему попасть? Это свой? Или его можно убить, допустим? Я хотел бы попробовать кого-нибудь убить. Ладно, не буду пробовать. Это вроде свои. Кто-то меня палит или что, подозрение. Желтый кружочек. Плюс. На это у тебя будет время позже, брат. А, здесь оружие использовать нельзя, то есть. Че для нас? Да. И где он? Повелитель ждет. Вот этот чувак. Эй, уродец. Где он? Повелитель этот ваш херу. Я так понимаю, это он. Альтаир, повелитель. Да, да, я. Подойди, расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровище тамплиера. Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз ему было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно.
не было, а ты возвращаешься с одними извинениями. Я молчать, ни единого слова. Может, мне тоже въебать тебя? Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где маленький Кадар? Мертвый. Нет. Не мертвый. Маленький? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Матиап! Он ищет битвы? Хорошо, мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Антони? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню, уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Блин, так неудобно бегать. А меч, как достать меч? А, тут нельзя, значит. Атаир, хорошо, что ты пришел, нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлекируйся и займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Да придурки, что ли? Это мой клинок, кулаки, метатель, вон меч. Выбери свой меч. Меч. Меч спрятать. Да. Так, метнуть нож. Окей. Это чё? А, это метательный нож. Второй у нас вот это. И четвертое кулачки. Окей, не. Ладно, все, пошли. Возьму меч. И въебу кому-нибудь сейчас. И да иди сюда, пускай. Я тебя отхуярю. Бля, ты сдохнешь, что там нет. Блядь, куда ты? Сука, что ты, блядь, делаешь? Ну-ка, дай-ка. Блядь, ёб твою мать, нахуй вас, пидорасы. Ебать вы крысы, пиздец. Блять, как хочу убить. А, я понял, блять, все, вам пизда. Сука, ебучие крысы, блядь, дайте я заново начну миссию, я сейчас выебу всех пидоров. Пидорасы таких, блядь. Блядь, я абсолютно не понимаю, как пиздить этих сук. Дайте мне начало начать. Сначала. Я отхуеру, блядь, пидоров. Да я понял. Да, блядь, выиграл. Сейчас заебашу. Куда? Сюда?
Блять, они толпой нападают, эти крысы. На, блять, хуесос. Давай. Блять. Ёб твою мать. На, блять, пидорас. Кто меня, блять, тогда выиграл? Хуесос. Блять, у меня ассасин АФК, блять, что делать? На, блядь, пидор. Чё вы, сука, крутые, да хуя, что ли? Да, блядь, по одному уёбки. Нахуй. На, блядь, урод, сука. Кто там? Ты ещё, блядь, кого пиздишь? Только на слабых и можешь? Урод. Подожди, ты отойди, я ему ебу дай. Разочек. Да на, блядь, кусок. Блядь, на, блядь, тварь. Где ты, пиздюк, я тебя ебу. Сейчас забайчу как-нибудь. Блядь, стоп. Так, где? Я тебе сейчас отхуярю. Почему меня ебучий ассасин, блядь, он? Блядь, да почему этот ебаный, блядь, ассасин, он не может ударить? Сука тупая, блядь. Заткнись, блядь. Урод. Ты, сука, чё там, блядь, делаешь, пидорас? На, блядь. На. На. Пидор. Там, блядь, хрюкает. Бежим ебашить дальше всех. Прекратите битву и возвращайтесь в мысля. Приказ Аль-Муалима. Ебать вас там. Перемотка на более поздний участок памяти. Что случилось? Что случилось-то? Куда идти? Туда? Вот сюда куда-то. Аль-Таир сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Где ты? А какой вот это? А мне чувак не бегает. Отсосим. Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер! Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы! Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра! Да будет так! Привести заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Роберт. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо, смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что у нас нет страха. К Богу!
прыжок верный спейс и кнопка 1. Окей. Спейс, спейс. Тихо, тамплиеры услышат. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Как залезть на канат? Ты можешь залезть по скале как-то? Где вот канаты? Я не вижу, допустим, канатов. Я вижу один здесь, но как к нему пройти, мне пока непонятно. Куда-то чем залезть не можешь. Канаты, канаты. Непонятно, как ходить по балкону. Зачем мне балконы? Если мне надо канаты. А, вот. Давайте попробуем. Давай-ка забирайся. Потом, я так понимаю, сюда. Нет. Сюда, сюда. Почему ты залетаешь на правую стену? Почему ты прыгнул, дебил, блядь? Почему ты упал, блядь? Что за хуйня, блядь? Моя нога! Тихо, тамплиеры услышат. Я останусь с ним. Дальше пойдешь. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на голову врагов. Давай. Пиздец, блядь, это ебланская игра, блядь, просто. Я не пойму нахуй. Блядь, ладно, последний раз пробую. Блять, его все нахуй. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.